Всем привет, ребята, с вами Гуф-Гуф, и сейчас, ребят, в этом ролике мы поиграем с вами в YouTube симулятор, и сегодня, ребята, вышло обновление в этом симуляторе, и добавили очень много крутых компьютеров, новую локацию, и также некоторые изменения коснулись того, что уже было в игре. В общем, смотрите, эта комната открывается за 50 жетончиков, сейчас у меня на счету есть 35 жетончиков, и чтобы ее открыть, мне нужно еще 15 штук. Сейчас я эти 15 штук постараюсь накопить очень быстро, в этом мне поможет подписчик Wolf. И он мне поможет, ребята, с помощью одного очень крутого предмета. Он кидает мне трейд. И сейчас, ребят, посмотрите, что он мне сейчас скинет. Ну, конечно, я ему это буду возвращать. Но смотрите, какое крутое дерево. С помощью этого дерева, ребят, я сейчас себе увеличу этот буст. А почему у меня 100% только? Где все мое подевалось? Залагало, ребят, надо перезайти. Вот. Смотрите, у меня уже 6045% буста на монетке. И это все я, ребята, сделал с помощью некоторых кнопок, которые я самостоятельно скрафтил. У меня в прошлом ролике было 6000, я вернул одно дерево подписчику, он одно оставил мне. И у меня осталось 4000. Сейчас с помощью вот таких вот водяных кнопочек я себе прокачал до 6000. И сейчас, ребят, я беру вот это дерево, которое только что скинул мне подписчик. Ставлю его вот где-то вот сюда. Вот так вот пускай стоит. Смотрите, ребят, как оно круто выглядит. И оно увеличило мне буст больше, чем на 4000%. 4200, если так посчитать. То есть в два раза лучше, чем вот это одно дерево. И сейчас, ребят, смотрите, что я буду делать. Я просто иду по бырику, ребят, качаю реберты и все. Так, как и в прошлых роликах, ребят. Получаю эти жетоны и, ребят, мы сейчас будем просматривать новую локацию. Я думаю, что это все очень быстро сделается. Также, ребят, я вам хочу кое-что еще показать. Кто внимательный, ребят, я думаю, вы уже заметили, что сейчас добавили анимацию на некоторые компы, которые уже были. Смотрите, сейчас вот эти компьютеры, они как будто бы левитируют. Они сейчас вот такие вот парят в воздухе. Так, первый жетон нам выпал. Второй нам выпал. И давайте еще хотя бы один. Один жетончик. Прошу, умоляю. Все. Мне кажется, что сейчас... О, блин, мне повезло, ну да ладно. Что сейчас со второго реберта я смогу собрать 7 жетонов и получить, ребята, 50 жетонов, чтобы открыть новую локацию. Смотрите, еще 7 штучек осталось. Кстати, с таким вот бустом 10000%, ребят, я из одного V-бакса получаю, смотрите, сколько монет. Подкидываю, забираю, и у меня сразу 80000, ребят, это очень много. Так, ну и еще, ребят, я хочу вам показать некоторый секрет, который вроде бы давно был, но мне об этом никто не говорил. Я его нашел в ютубе разработчика. В общем, чтобы посмотреть, на какой вам компьютер сейчас хватает денег или камеру, вы просто вводите код. Вот, чтобы посмотреть, на какую камеру вам хватает, вы просто пишете 3 единички, и у вас подсвечивается максимально вам доступная колода. Вот эту можем мы купить за 318 монеток, а вот эту уже не можем. Ну, я делаю так, покупаю предпоследнюю камеру, и также потом, ребят, проверяем, какой компьютер нам доступен, чтобы не искать. Вот этот вот нам доступен, и оставшихся 25000 мы потратим на улучшение флешки, и все, и пошли. Ставим сразу наш компьютер, вот мы начинаем уже не с самого первого компьютера, а сразу же с компьютера, который стоит 200000. Теперь сливаем 28 миллионов. Сюда, и, ребят, идем записывать ролик. Кстати, ребят, если вы хотите узнать, как скрафтить эту кнопку, то жмите обязательно лайк, я запишу вам ролик, очень быстренький лайфхак, как сделать эту кнопочку. Она делается очень просто, это самая пока что лучшая кнопка, которая увеличивает буст максимально много. Вот это дерево улучшает на 2100, а это на 4200, то есть оно в два раза лучше, чем самое крутое дерево. Ну и, ребята, делаем еще один реперт. Блин, лишь бы не 6 монеток выпало. Лишь бы не 6. На одну больше и все. И, ребят, я открываю эту локацию. Сейчас мы посмотрим, что там вообще за компьютеры скрываются. Насколько я знаю, подписчик говорил, что там можно купить компьютеры, которые улучшают ваши реберты. То есть за каждый реберт вы будете получать больше крутых наград. Там есть какие-то новые монетки, непонятные, пока что непонятно для чего они нужны. Также можно улучшать количество жетонов получаемых, разную соду получать на бусты. Короче, очень много чего интересного. Что? Блин, мне повезло. Значит, ребят, пошли, ребят, еще один реберт делать. Так, ребят,
Последний реберт. Сейчас, ребята, у нас откроется новая локация. Блин, это же жесть. Так, сейчас мы будем очень-очень-очень быстро все по бырику открывать. Открывать монеточки. Даже не хочу подбрасывать эти токены, но немножечко поподбрасываю, потому что, возможно, повезет, и я смогу достать очень много этих жетонов. Короче, все, мы сейчас попадаем в подвал. Так, нажимаем. Вот, надо эту штуку убрать, она мне мешает. Окей, так, первая монетка получили. Сколько нам вообще нужно? Ну, у нас уже есть 54 даже. Ого, нифига себе, вот это с перебором даже. Еще одна монетка. Ну, вот почему вот в прошлом реберте так не выпало, как сейчас? Окей, подбрасываем еще раз. Ну, все. Теперь, ребят, покупаем эту локацию. Смотрим, что там вообще сейчас происходит. Ого, это что такое происходит? Вау, нифига себе, вот так вот даже можно просматривать. Ребят, а как тут... Ага. Я получу 5 жетонов за следующий реберт. То есть, смотрите, я сейчас вот могу купить вот такой вот, ребята, компьютер, который стоит 472 триллиона. И, ребята, он увеличит бонусы за реберт. Я получу вот таких вот 2 жетончика, 5 бустов синих и плюс 3 жетона. То есть я буду получать по 8 жетонов сразу. Это очень классно, но компьютер дорогой. Окей, давайте сейчас посмотрим, что у нас еще есть. Это камера, да? Это камера, которая дает 124 триллиона за один клик. Очень жестко. Давайте посмотрим следующие компы. Я даже не знаю вообще, за какой компьютер взяться. Вот, смотрите, что тут у нас есть. 6 квадриллионов стоит, но он увеличивает... Смотрите, какие тут вообще цифры. Так, давайте посмотрим самый-самый последний компьютер. Он, походу, самый-самый дорогой. И его очень сложно получить. Давайте сейчас глянем вообще, что там происходит. А, блин, я не успел нажать. Ну ладно, сейчас посмотрим. Он стоит 1 на миллион. Он дает 40 жетонов и 25 вот этих токенов. Это жесть. Только один вопрос. Если я сделаю реберт, что будет тогда? Смогу ли я попасть в эту комнату опять? Или мне нужно будет опять покупать эту комнату? Просто спросим подписчика. Он уже вроде бы точно делал реберты. И сейчас мы... от него узнаем, так ли это или нет. Короче, он еще пока что не делал реберта, он не знает, закрывается комната или нет. Давайте мы сейчас это проверим, но для начала просто купим какой-то хороший компьютер. Сейчас я чуть-чуть прокачаюсь, и, ребята, мы посмотрим, что там вообще происходит. Так, ребята, смотрите, у меня уже есть дофигища монеток. Я уже почти купил, ребят, последний компьютер в этой локации и последнюю камеру в этой локации. Смотрите, давайте это и сделаем. У меня 56... триллионов, 56 триллионов, прикиньте, давайте так мы сделаем, покупаем самую последнюю, даже не самую последнюю, давайте мы просто купим сейчас самую топовую камеру на этой локации, это, ой, я не туда зашел, а нет, туда зашел, а как я так зашел, вот так вот я взял и зашел, без всякого открытия дверей, покупаем ее за 7 триллионов. Ее, ребят, улучшили, потому что она стоила 1 триллион с чем-то. Сейчас она стоит 7 триллионов. Записывает она достаточно хорошо ролики, очень быстро. Давайте сейчас вот эти все остальные денежки. Вот, не все, давайте не все. Давайте сейчас я еще сделаю вот так. Куплю самый-самый крутой компьютер на этой локации. Ну, эту я не вижу смысла пока что покупать, потому что она... У нее такие характеристики, как в этой до обновления, которые сейчас у меня. Давайте покупаем самый последний компьютер. На остальные деньги, ребят, я просто беру и заваливаю свою флешку. И сейчас давайте вот так вот все, ребят, запишем. Посмотрим, сколько у меня сейчас получится заработать денежек. Ну, мне кажется, что это будет очень долго все копиться, потому что 48 триллионов, ну, это будет долго, это будет очень долго. Давайте так, мы еще, ребят, используем бусты, которые у нас есть. Так, монет на 5 минут, это тоже хорошо. И все, больше у нас ничего нету, да? Ну, тогда просто используем монетки. Бонус соды. Окей, соду мы врубили. Теперь, ребят, телепортируемся на базу. Почти триллион видосиков сейчас мы смонтируем на своем вот этом компьютере. Я, кстати, на этом компьютере, который сейчас самый-самый топовый на этой локации, я еще серьезно, вроде бы и даже не монтировал на нем. Я сразу делал реберты и особо так даже не играл на нем. Давайте мы сейчас попробуем посмотреть, как вообще там все работает. Окей, вот так вот нажимаем и запускаем. Так, сейчас смотрите. Божечки, как триллионы капают. Как же триллионы капают. Смотрите, мне
Ого, 130 триллионов у меня уже есть монет. Это хватит на то, чтобы купить, ребята, какой-то начальной компьютер на новой локации. Давайте сейчас мы туда телепортируемся, посмотрим, что мы сейчас получим. Ребята, блин, эта игрушка просто сейчас меня затянула по полной. Кстати, там Pet Simulator, скоро обновление должно быть сегодня. Но что-то я его не вижу. Ладно, заходим сюда. И сейчас, ребят, просто берем самый первый компьютер. Он стоит 60 триллионов. Дает плюс один жетончик, 5 вот таких вот бустов после реберта и одну какую-то вот такую вот инопланетную штуку. Мы его купили, да? Вроде бы купили. Давайте сейчас тапнемся на базу, посмотрим, что вообще там происходит. Так, смотрим. Смотрите, я сейчас вот это вот удаляю. И теперь ставим этот компьютер. Смотрим, что вообще сейчас тут как будет работаться. Заходим. Так, только давайте пока что без трейдов. И вот это вот все обрабатываем. У меня уже один квадриллион роликов. Так, квадриллион монет. Давайте сейчас пойдем и купим какую-то камеру. Самую-самую обычную из этой локации. Посмотрим вообще, как она записывает ролики. Покупаем вот тут вот самую первую камеру, которая стоит 72 триллиона. Я даже не вижу смысла ее покупать. Давайте мы сейчас сразу просто перепрыгнем на эту камеру, которая стоит 150. А нет, 567 триллионов. Покупаем. Вот такая вот у нас камера. Махина просто, а не камера. Ребят, смотрите, я сейчас просто беру, вот ее включаю и автокликером забиваю полностью свою вместимость. О, все равно она очень долго снимает. У меня вместимость флешки 48 триллионов и все равно как-то вот не быстро заполняется это все. Так, давайте сейчас посмотрим. Посмотрим. Вот сколько времени потребовалось, чтобы, ребята, это все забить. Не так уж и много, но все равно. Мне кажется, что сейчас очень много монет я получу за эту всю вместимость флешки. Вот, все, полностью забило, да? Окей, спасибо. Теперь давайте сейчас зайдем сюда и купим второй компьютер. Кстати, у меня уже 12 триллионов подписчиков. Классно, очень классно. Так, я этот компьютер смогу купить? 472 триллиона. 3 жетона, 2 вот этих и 5. Окей, покупаем. Переходим в студию. И сейчас, ребят, смотрите, я этот компьютер, который у меня есть, я его просто сейчас удалю. И его даже не удалю, а просто перекину вот сюда. Пускай он тут стоит. А этот новенький компьютер, ребят, я сейчас его закину вот сюда. Вот этот такой вот зелененький, классненький, четненький. Ну вот, если бы у меня так вот в реале монитор шатался, я бы его выбросил давно через окно. Окей, монтируем все ролики, смотрим, что сейчас у нас получится. Так, квадриллион монет есть, 2 квадриллиона, 6 квадриллионов, 7, 10, 11. Боже, как монетки быстро копятся. Жесть, а подписчики? 350 триллионов у меня уже, ребята. Я сейчас квадриллион подписчиков добью. Вы что, серьезно? Я сейчас в топ попаду, наверное. Мне кажется, что уже не попаду, потому что тут у всех октиллионы. Вчера были только септиллионы, а сегодня уже октиллионы. Секстиллион. Ну, в общем, нужно секстиллион подписчиков, чтобы попасть в топ. Это после квантиллионов. Окей, мы сейчас это все сделаем. Но для начала давайте домонтируем все ролики, пока у нас есть бонус на монетки. Опа, пришла кнопочка за квадриллион подписчиков. Давайте мы ее сейчас откроем, посмотрим, что там вообще нам дадут. Вот такую штуку, один квадриллион называется. И давайте мы сейчас ее вот сюда вот где-то поставим. Я даже не знаю где, так чтобы она нам не мешала. Вот сюда. Все, супер, 112 квадриллионов. Давайте сейчас мы пойдем и будем покупать все компьютеры, которые есть. Так, телепортируемся в апгрейдс. По бырику, по вот этой дорожке бежим. Кто не знает, как ее включить, ребят, вы, когда находитесь в этой локации, просто введите код двоечка. И все, и эта штука у вас то ли откроется, то ли закроется. Окей, ой, я упал. Блин, ну ладно, ничего, сейчас это исправим. Заходим в апгрейдс и вот так вот. Хорошо, что добавили вот эту кнопку, а так я бы вообще не смог вылезти. Телепортируемся сюда, встаем на вот эту платформу, садимся за кресло и, ребят, покупаем все компьютеры по очереди. Я не успеваю. А чё так? Все плохо. О, 2 секстиллиона. Нет, у меня нету столько денег. Значит, чё? Давайте, может, эту камеру купим. Нет, эту не надо. Так, этот компьютер есть. Этот надо поймать. Опа, взял. Один квадриллион стоит. Забираем. Enjoy. Ну, этот мы уже не купим. Так, камеры почем у нас? 2 секстиллиона. Ой, очень дорого, очень дорого. Ладно, тогда давайте сейчас нам нужно поймать, ребята, вот этот вот зелененький, где монитор. Вот так вот. Дайте монитор поймать. О, 262 квадриллиона. Блин, сложно. Миниган дает, что ли? Он вообще будет работать или нет?
Но пока что миниган не рабочий, возможно сейчас он будет рабочим. As you can see in my backpack, I have 31 miniguns, and when I click use, guys, this happens, guys. We actually will use the minigun for a couple of seconds, guys. And guys, as you can see, we actually got like over a billion SD cards from that guy. Так. Тихо, камеру сразу надо поймать. Опа, 6 квантильонов. У нас квадриллионы, нам не хватает. Ладно, возвращаемся назад. Так, вот этот зеленый пока надо поймать. Опа, нажал. 6 квадриллионов, покупаем. Покупаем. Есть. Так, давайте сейчас попробуем вот этот поймать. Блин, не работает. А, ну ладно, сложно, сложно поймать, ребята. Вот тут вот прям очень сложно. Так, вот этот, оп. Оп. Есть, поймал, 262 квадриллиона. Окей, значит, мы сегодня его не купим. Дальше, следующая камера. Вот эту давайте поймаем. Камеру, опа, поймали, 1 квадриллион. Забираем. Забираем, отличненько. Теперь давайте следующую камеру, вот эта, которая прыгает. Есть, поймали, 7 квадриллионов. Забираем. Ребят, мы все потихонечку забираем. Так, следующая камера, сколько стоит? Опа, поймал, 315. Ну все, нам теперь нужно очень много денежек. Давайте возвращаемся в студию. Короче, ребят, знаете, что я только что узнал? Что вот эта вот штука, это планшет. И эта штука нужна для того, чтобы можно было перерабатывать ваши ролики. Даже если вы не в студии. То есть вы эту штуку используете, и этот планшет автоматически перерабатывает ваши все флешки, ролики или что-то такое в монетки. Вы сразу получаете монетки. И также, ребята, знаете, что я еще узнал? То, что этот миниган, вот эта штука, это хорошая штука. Она, ребят, вам даст возможность сразу при старте заработать миллион кликов. Миллиард, точнее, кликов. То есть, если у вас рюкзак будет на миллиард, вы сразу нажимаете эту штуку, и она вам дает миллиард кликов. Потом вы нажимаете планшет, эти все миллиард кликов перерабатываются, и вы получаете сразу монеты на старте. Даже вам ничего делать не надо будет. Ну, в общем, ребята, смотрите, я уже прокачался до вот такой стадии, мне осталось купить 2 компьютера. Это самые-самые топовые компьютеры, которых, к сожалению, очень сложно получить. И за эти компьютеры можно получить, ребят, 20 дополнительных жетонов, 3 вот такие вот штучки. Это планшеты, 3 минигана и 7 вот этих штук, которые пока что непонятно для чего нужны. Их фармить, ребят, я буду очень долго, прям, ну, очень долго. Я чувствую, что это будет просто невыносимо долго. Для того, чтобы это все быстро делалось, мне нужно хотя бы прокачать буст хотя бы до 50 000%. Так что это сегодня в этом ролике, к сожалению, я не сделаю. Поэтому на этом можно потихонечку заканчивать. Смотрите, сейчас я застряг на такой стадии. Я купил все компьютеры почти, кроме 2. И все камеры почти, кроме 2 также. Чтобы это сделать, ребят, я уже сделаю вне ролика. Когда это все куплю, я уже вам покажу, как я буду делать реберт. Но это уже будет в следующем ролике. Но пока что, ребят, просто даем трейд нашему подписчику Волфу. Спасибо, что он нам сильно, очень сильно помог. Мы ему очень сильно благодарны. Все, спасибо Волфу за то, что он сильно нам помог. Мы, кстати, его даже обогнали по количеству подписчиков. У него вроде бы 200 квадриллионов. А у меня, ребята, он принял или нет? Вроде бы принял. Сейчас проверим, только я не знаю, где она находится вообще. Ну, короче, все. Окей, спасибо подписчику, он пишет спасибо, ну, это ему большое спасибо. Ну, а пока что, ребят, на этом я буду потихонечку с вами прощаться. Если вам ролик понравился и вы хотите продолжение, чтобы я купил самые-самые топовые кнопки, то, ребят, обязательно пишите об этом в комментариях. Ну, а на этом я буду с вами прощаться. С вами был Гуф-Гуф, всем пока, ребята, всем бай-бай.